Major League Soccer. Мануэль Пеллегрини, Арсен Венгер на ваших экранах. Далее там Брайан Кит сидел и Кусилиас. Два помощника Мануэля Пеллегрини. И, конечно, шикарнейший вид. Это стадион Emirates. Emirates. Уэлбек открывается на месте центрального нападающего. Он очень рад играть. Вот как раз на месте лечил свою травму левый защитник. И, может быть, мы его увидим. Но, может быть, если не сегодня, то, во всяком случае, то, что он. Удар поворотом. Удар очень неприятный. Бил Алексис Санчес. Джо Харт. Джо Харт на месте. Передача на Узила. Узил рядом. Рядом там был Начо Монреаль. А здесь пас. И Харт молодчина. Вместо них мы видим Милнера. И мы видим... Ну, здесь... Да, нам здесь намекают, что было положение вне игры у Арона. На мяч, ногу. И затем на газон. И подвернул. А сейчас, посмотрите, прострельная передача. О... Слишком сильный, слишком резкий пас на Уайлбека. И Уайлбек получает мяч. Уайлбек! Штанга! Штанга! Вот это момент! Дани Уайлбек должен был открывать счет. И я обращаю ваше внимание, как сыграл Дани в этой ситуации. Манкунянец сделал передачу-то на Дани Уайлбека. Ну а дальше все технически было. Играли футболисты Арсенала. Санчес мячом, пас в центр. А Уайлбек не ждал этой передачи. Не ждал Дани Уайлбек. Но еще не привык, конечно. Искрачка, маленький, прыткий, быстрый воспитанник лондонского Челси. Удар поворотом! Вот так пробил Джеймс Милнер. Хесус Навас. Навас. Прострел и великолепная передача. Изумительная по точности и своевременности. Браво! Браво, Хесус Навас! Это практически ваш гол. Великолепнейшая передача. Но опять же отмечаем, увы, для Арсенала мяч пришел через центральную зону. Кун Агуэро сыграл так, как и нужно играть в этой ситуации. Вот давайте смотреть. Все получилось. Агуэро, пас назад на Хесуса Наваса. Навас вырезает на Сабалета. Сабалета дальше. И удар! Нужно сказать, ну и Хесус Навас. Навас, Навас. Посмотрите, что делает. Какая передача на Сабалету. Сначала было поражение от Бирмингема. Я имею в виду бирмингемский Астон Вилла. Это в прошлом сезоне, да? 1-3 на Эмирейтс. Ну, а потом Арсенал разошелся. А здесь натужная, волевая победа над Кристал Пэлас. И дальше про каждого тренера так можно сказать. Итак, Алексис Санчес будет бить удар выше ворот. Не против Аргентины. А Рэмзи. И будет удар. Удар по воротам Узила. Не слишком точный этот удар. В эти вот минуты Арсенал немножко так раздаёт партнеры. Однако выигрывает Санчес мяч. И получает по ногам. Но это должна быть желтая карточка. По идее, в той конкуренции Харту. Поэтому был приобретен Кабальеро. Отбились. И вот удар по воротам. Очень неточно. Очень неточно. Мяч у канониров. Уилшар на Уэлбека. Санчес, Уэлбек. Удар по воротам. Удар не получается. Успевает игрок Манчестер Сити накрыть Уэлбека. Вот здесь Милнер. Агуэро. Агуэро на фланге. Агуэро на сри. Агуэро. И удар по воротам. Какой неожиданный с левой. Метил в дальний угол, но мяч просвистел. Клиши! Клиши сумел опередить Узила. Клиши на Сильву. Клиши с мячом! И мимо ворот! Мимо ворот! Вот это контратака! Великолепная перепасовка. И Клиши едва-едва только сильны. Агуэро мяч. Все равно остается у канониров. Можно играть. Уилшер! Гол! Гол! Уилшер забивает! Вот она! Арсенальская классическая комбинация! Браво! Браво! Чем-то этот гол мне напомнил гол прошлого сезона в ворота Норриджа. И то же самое Уилшер его забивал. Вот так, в одно касание, так в стеночки. Смотрите, какая комбинация! Просто золотивно! Сыграли игроки Арсенала. 1-1. Клиши с мячом.
Агуэро! Агуэро! Удар по воротам! Но было показано, честно говоря, я не обратил внимания, когда Агуэро эту желтую получил. Но, наверное, вот буквально вот здесь, на каких-то секунд. Удар на 4 миллиона евро. А Вольфсбург на этом наварил целых 30 миллионов, отдав его Манчестер Сити. Зачем это делал Дебюши, непонятно. Бил в ближний угол. Совершенно очевидно. Естественно, гул. Вы понимаете, почему? Клиши. Отлично! Насри! Удар по воротам, рикошет! С мячом. Рэмзи. Подача в штрафную. Компани отбивает. Дальше Уилшер. И удар по воротам! Это Алекс Санчес! Алексис Санчес 2-1. Шикарнейший гол! Ну, просто потрясающе. Браво, 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 браво! 2-1. Не просто гол, а гол, конфетка, пирожное. А! Какая вишенка на торте, а? Санчес. И опять, как все сделано молодцом. Сити, который идет вперед. Уилшер. Уилшер кидает на Рэмзи. Браво, 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 браво. Шикарная комбинация. Ох, как Уилшер сейчас сыграл. Смотрите. Нет. Располагается рядом со Щенсным. И Каларов подает. Подача. Удар. 2-2. 2-2. Гол забивает Мартин Демичелис. 2-2. Не дотягивается Джека. Но тут Мартин Демичелис. Монументальный удар. Как в волейболе, сверху вниз. Ну, просто невозможно было взять. Тут такое ощущение, что и Щенсному защитник помешал. Давайте посмотрим еще раз. Вот подача. И бабах! И вот здесь Созил смещается в центр и делает пас. Не было там никакого положения в игре. Можно играть. Удар по воротам. Удар! И это Билл Уэлбек мимо. Конечно же, несмотря на все заверения на правом фланге против него, начал Монреаль. На вас! Передача. А вот тут кто вперед? Удар по воротам, штанга! Это Каларов! Каларов пробил! Повезло Арсеналу. Повезло. Милнар. Назад. Концовочка какая. Причину и фамилию называл именно как Демичелис. И вот момент. Джеко! И штанга! Ну, друзья мои. Везет. А? Как везет той и другой команде. Насри с мячом. Жмутся канониры к своим воротам. И вот Джеко, удар! И... Нет. Офсайд. Но браво! Браво, Щенсный! И опять, посмотрите, как будто ножом разрезали. Так, на части разрезали ножом. Вы знаете, что? И опять Войчек. И свисток. 2-2. Отличный матч. Красивые голы, особенно просто шикарные голы удались Арсеналу. Агуэро, 28-я минута. 1-0 Манчестер повел. После перерыва Уилшер сравнивает счет. Санчес выводит вперед Арсенал. И затем Демичелис своим монументальным ударом головой.